поселке Ахмедлы после капитального ремонта сдана в пользование 120-летняя мечеть. Ремонтно-восстановительные работы в мечети, построенной в 1904 году, были проведены по инициативе фонда Гейдара Алиева. Президент фонда Гейдара Алиева Мейрибан Алиева, вице-президент фонда Лейла Алиева и члены их семьи посетили мечеть поселка Ахмедлы. Было сообщено, что по инициативе фонда Гейдара Алиева, который незамедлительно отреагировал на обращение жителей поселка, проведены ремонтно-восстановительные работы на фасаде мечети и территории вокруг нее. Здесь капитально отремонтированы места поклонения, предусмотренные для мужчин и женщин, комнаты для омовения, церемониальный дом, территория вокруг мечети благоустроена. На главном въезде в поселок Ахмедлы и ряде центральных улиц поселка были проведены работы по благоустройству с сохранением их исторического облика. Уложена брусчатка, созданы озеленительные полосы. На отремонтированных улицах также проложены новые канализационные линии. Заменены кровля и ворота ряда частных домов. Реконструированы расположенные в поселке мемориальный комплекс и парк вокруг него. Заложены зеленые участки. При проведении работ сохранена самобытная архитектура поселка.